Здравствуйте. В эфире программа «О чем говорят». О чем говорят? В губернии прошел замечательный конкурс «Сестра таланта». Конкурс короткого рассказа. Вот об этом конкурсе и будем говорить. А со мной в студии Софья Сыромятникова. Она заведует Центром поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки. Молодой писатель Андрей Олих. Он член жюри и один из лауреатов — Анастасия Хряпкина. Здравствуйте. Большое спасибо, здравствуйте, что пришли. Здравствуйте. Вот на самом деле, почему хотелось бы поговорить об этом конкурсе, хотя он, конечно, уже вызывает к себе интерес, потому что, по-моему, в пятый раз, правильно, проходит? Да, юбилейный пятый Юбилейный пятый, ну, десятый, будем говорить, юбилейный, а так вот все равно. И с каждым годом к нему все больше и больше внимания. И в этом году, насколько я знаю, приехали участники, не только мы когда-то гордились, что не только Самара участвует, там Похвестнево участвует, Кошки и так далее, а в этот раз приехали даже из других регионов, правильно? Да, все так. У нас в этом году участвует более 16 городов и даже 4 страны. И в число стран вошла даже Австрия, помимо Казахстана, Беларуси, Украины. Международный, да, я международный, бы сказал. Хотя задумывался он как областной, небольшой конкурс, скромный, но вот так получилось, что география широкая. Самый восточный город у нас в этом году – Хабаровск. Самый западный – это Вена, самый южный – это Одесса, и самый северный – это город Пытьях, это Ханты-Мансийский. Ханты-Мансийский, да. Замечательно, даже вот чувство гордости такое, что Самара замутила такую вещь. Что меня огорчает, это не о конкурсе, а о том, что у нас происходит. Я вот готовился, когда к этой встрече, хотел посмотреть, а вообще, как много у нас подобных конкурсов в стране за последнее время. И с удивлением понял, что у нас их практически-то и нет. Ну, особенно детских конкурсов, да еще и детских конкурсов вот рассказа. Угу. А это же архиважно. Ну, на самом деле, литературных конкурсов достаточное количество. Но вот что касается прозы, действительно. Проза, да. Стихи пишут, кому не лень, особенно с патриотической. Какая-то хорошо, что есть. Да. Стихи, хорошо, что есть патриотика, но вот... Прозы мало. Мы посчитали, что очень важно выражать свои мысли в художественную форму, форму рассказа, причем делать это сжатый. 5000 знаков у нас ограниченное количество, формат. И вот радостная новость. Мы выпустили в прошлом году сборник лучших рассказов 2017 года. Я, знаете, о чем думаю? Когда-нибудь придет время... Я думаю, что оно, может быть, и даже не через какое-то количество лет придет, а пораньше. Вот нас сейчас всякие важные и обремененные властью люди послушают и выпустят вот за 5 лет сборник, да? Был бы и он здоров. Будет уже в жесткой обложке, красивый и хороший, потому что то, что здесь, это творчество наших детей и замечательное творчество, причем сливки лучшие выбраны. С иллюстрациями лучших художников, с портретами, потому что страна должна знать, а тем более область Самарская, своих героев. Вот. А вот о чем хотелось бы еще поговорить. Вот, Андрей, вы начинающий писатель, хотя уже так это хорошо вы начали. Безымянный лак, о нем говорят и краеведы, и историки. Вот смотрите, что вам интересно, когда вы, насколько мне известно, вы прям погружаетесь вот в этот конкурс, читаете вот эти вот рассказы? Ну, это всегда интересно почитать. Так вот получилось, что я целый год участвую. В прошлом году был в жюри, вот в этом году между этим участвовал еще в конкурсах областных. То есть почитал молодых писателей, наверное, человек 300 за этот год прочитал. Я бы сказал, юных, молодых. Молодой, юных. Это вы молодой писатель. Ну да, это молодой пока не стану заслуженным. Да. И почитал достаточно много. Это, конечно, интересно знать, ну, что пишут другие. Очень приятно. Ну, есть, конечно, писательскую зависть никто никогда не отменял, но, тем не менее, одновременно с этим всегда есть очень приятное чувство, когда находишь талант, когда читаешь интересного автора, неожиданного. Ну, всегда радостные чувства. Я вообще очень люблю литературу, много читаю, и это доставляет мне искреннюю радость, когда находишь искру таланта, когда находишь кого-то достойного. Это... Ну, не знаю, вдохновляет. Меня в том числе вдохновляет. Я читал некоторые вещи, да, которые были вывешены. Я читал и удивлялся. И вот вы знаете, вот мы, открою небольшую тайну, до эфира разговаривали вот с Софьей, она говорит, сразу видно, что дети писали сами, никакие взрослые им не помогали. Потому что никакому взрослому в голову не придет вот такие обороты, да, вот фантазия. Так выразить свою мысль. Вот это самое
то, что дорогого стоит. Да, да. Мы выделяем те рассказы, которые действительно имеют какую-то художественную ценность. И искренние, и замечательные. Да, и это не сочинения школьные, это действительно художественные произведения высокого качества, и они, их очень много, учитывая то, что в тех городах, в тех муниципальных образованиях нет ни литературных студий, нет даже достаточно компетентных учителей, которые могли бы как-то направить. Давайте учителей обижать не будем, скажем, где-нибудь, как там вы сказали, в Ханты-Мансийске сидит какая-нибудь замечательная учительница, которая прививает ребятам, и она... Хорошо, мы сейчас говорим об этом, а вот сидит скромно и молчит у нас девочка Настя, Анастасия Хряпкина, которая один из лауреатов, правильно, в номинации... Это возрастная категория 12-17 лет. 12-17 лет. Настя, я вижу, что ты принесла с собой рассказ. Весь рассказ читать не будем. Прочитай нам отрывок. Вот что тебе больше всего самой нравится? Скорее, когда начало идет, то, что о чем они начинают мечтать. Они это кто? Дети. То, что в моем рассказе. Так. Ты видишь это? Алиса пытливо взглянула на Артема. Тот, не понимая, о чем идет речь, пожал плечами. Здесь-то красиво. Она развела руки в стороны, и Артем, словно заражаясь ее энергией, увидел то, что не видел до этого. Яркий свет ударил ему в глаза, а после открылся необычный вид. Артем мог поклясться, что он находился в воде. Вокруг было множество пузырьков. Они то лопались, то снова появлялись, и это было чем-то удивительным. А вода оказалась разноцветной, сияющей радужными огнями. Просто волшебно. И самое удивительное для Артема было то, что он не утонул. Мог дышать под водой, как на самые настоящие рыбы. «Я бы хотела стать русалкой», – вдруг восторженно сказала Алиса. «Тогда я могла бы дышать под водой». «А мне бы хотелось летать в небе», – мечтательно произнес Тёмка, потянув руку вверх, словно пытался оттянуться до облака. «Почему мы не можем летать, как птицы?» – грустно вздохнул мальчик. Но его огорчение не поддержала Алиса. Ее глаза загорелись с радостным огнем. «Или как феи, у нас были бы большие крылья». «Ну, какие еще феи?» – возмутился Артем. Пытливо фыркнул, словно услышал что-то неприятное. «Я бы хотел быть похожим на Фродо!» С восхищением воскликнул мальчик, раздвигая руки, словно вычерчивая что-то большое и круглое в воздухе. «Фродо?» – с любопытством спросила Алиса, поглядывая на повеселевшего Артема. «А кто это?» «Фродо – это маленький хоббит, который оказался самым большим героем». При этих словах его карие глаза ярко сверкнули. Вот так вот. Большой отрывок, но сразу же образно зато да. Как. Да. Я вспомнил, почему люди не летают, как птицы. Молодец, на самом деле, действительно молодец. Мне кажется, вот самое главное вот, во всем этом, даже не то, что кто-то какие-то места занимает, а то, что у нас с вами есть дети, которые хотят писать, которые готовы писать, и которым это интересно. Да. Да, потому что мне кажется, что самому писать – это так же интересно, как и читать. Иногда даже еще и более завлекательно. Но понять это может только человек, который пишет. Андрей. Молодому писателю, как молодой писатель, очень важно признание. То есть, несмотря на то, что сейчас есть интернет, и каждый может выложить свое творчество в свободный доступ, как показывает практика, людям нужны ориентиры какие-то, людям нужно знать, кого читать. Кто-то им порекомендует. А для молодого писателя особенно важно знать, что его увидели, услышали, поняли. То есть научить молодого писателя, наверное, невозможно. А вот дать ему поддержку, поддержать его в этот момент, это очень важно. Чтобы не бросить это дело, чтобы подпитываться, что знать, что действительно услышан. Руку помощи, да, но это буквально так и есть. Да, это для молодого писателя... Очень для важный юного момент. Писателя, для, я бы сказал, для потому юного, что мы юного. А вот говорим, да, вот и про Анастасию поговорили, а ведь в конкурсе участвовали, к сожалению, мы не смогли пригласить, там же совсем малютки участвовали. Я когда посмотрел и почитал, что они пишут, совершенно замечательные вещи, это от 7 до скольки там, до 11, а? Ну, от 7 до 25, а самая маленькая номинация. От 7 там, до 11, от 7 да. до 11 лет, и совсем юные. Вот что мне отрадно, я знаю, что один из лауреатов наш самарский, там один, потому что там приз уехал, по-моему, в Уфу, да? Уфу, да. А вот наша самарская девочка, маленькая Варя Ситник, ее короткие рассказы были высоко. Да. Это юный Даниил Хармс. Да, юный Даниил Хармс, да. Замечательный рассказ. Я некоторые из них почитал. Вот этим надо гордиться. И завидуешь, наверное, даже вот этим вот по-хорошему родителям, чьи дети вот
такие умнички. Да. Вот, кстати, Андрей сказал про ориентир очень хорошо. Помимо того, что ориентир в этом году давал он, к нашему конкурсу подключился известный писатель Ник Перумов. И да вы что? Да, и он учредил свою номинацию «Тройка призеров» Ника Перумова, которая переросла в четверку, потому что он вычитал по своему жанру, по жанру фантастики, фэнтези, ряд рассказов и выделил, ну, никак не мог. Ну, Фродо-то ему близок вообще, я бы сказал, да. Поэтому вот с нами теперь есть... такие вот именитые писатели в нашем конкурсе. Ну, это бы еще из Америки к нам вытащить, чтобы он здесь какой-нибудь мастер-класс провел, а то он там у себя засиделся. Было бы, конечно, замечательно. Вообще это хорошо. И вот радует то, что есть огромное количество талантливых детей. Вот. И вот этот вот сборник, как я сказал, возможно, когда-нибудь будет и в твердом переплете, с большим количеством замечательных рассказов. Настя, а кем ты себя видишь в будущем? Ну, вообще, я планирую идти на журналиста, но мечтаю написать свою собственную книгу. Очень, ну, очень хочется еще. Вот как я начала писать, очень понравилось, и хочется быть писателем, чтобы радовать людей своими книгами. Я думаю, у тебя все получится. Начало уже положено, поддержка у тебя такая замечательная. Вообще, в принципе, наверное, ни один институт не научит человека быть писателем, потому что это должно быть вот здесь. Но он даст образование необходимое и нужные знания. Вот это самое главное. Тебе большой удачи. Андрей, и вам удачи. А вам как можно больше вот таких вот юных талантливых дарований, чтобы они каждый год в ваших конкурсах участвовали, чтобы их было много, со всей страны и со всего мира приезжали. И про вот этот конкурс «Сестра таланта», который проходит в Самаре, в Самарской области, чтобы говорила вся Европа. Вот искренне очень хочется. Спасибо. Я надеюсь, что так оно и будет. Спасибо вам всем за то, что вы есть. Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания.